Приветствую всех любителей винограда, а также своих подписчиков. Меня зовут Юрий Стражев и канал «Виноград Личный». Друзья, я продолжаю вас знакомить со своим виноградом, который растет у меня на участке. И сейчас мы находимся возле куста с красивым таким восточным названием гибридной формы, сорт «Аладдин». Это столовый сорт, друзья, который был выведен в институте имени Потапенко учеными-селекционерами. Родительская пара этого сорта – восторг красный на восторг мускатный. Очень ранний срок у него созревания, и примерно 110-115 дней. У меня на участке он созрел уже к 15 августу, это у нас 18 год. 15 августа уже мы его кушаем. Сила роста куста, друзья, у него не совсем большая, чуть больше среднего. У меня он тут со свисающим тоже приростом, как и все у меня кусты. Так, цветок у него обоеполый, то есть он сам себя опыляет, ему не нужен никакой опылитель. Опыление происходит вот великолепное. Смотрите сами, что завязались вот такие гроздочки, их довольно много на этом кусту. Вот такие красивые гроздочки. Ягода овальная с заостренным кончиком. Сейчас приближу вам покажу. Заостренным кончиком. Цвет у ягоды желто-розовый. Но, друзья, когда на солнце, здесь у меня прямое солнце практически, то ягода получается ярко-розовая. У ягоды кожица очень плотная, но при еде она практически не чувствуется, она съедается полностью. Ягода хрустящего, гармоничного вкуса. В отдельные годы может быть присутствовать легкий мускат, потому что в родительской паре есть восторг мускатный. И вот иногда бывает, что со вкусом муската. Грозди средние и крупные, в среднем от 500 до 700 грамм гроздочки у него такие. Но отдельно гроздочки даже у меня будут в этом году, я думаю, что под килограмм. Друзья, грозди очень крупные. Нагрузку, я уже говорил, как видите, тянет очень великолепную. Так. Сахар у него 18-22% по брикселю. Но я уже в себя замирал сахар на этом кусту, он еще не дошел до такой кондиции, только 16 брексель, даже 15,5, если же точнее верить моему прибору. Но ягоды очень долго могут висеть на кусту, поэтому я думаю, что и он еще наберет свое, сахар свой, но мы уже срезаем потихоньку и кушаем этот сорт винограда. Гибридная форма «Аладдин». Опыляется он уже, он хорошо, я уже вам показываю, что вот завязывает по три гроздочки. Вот видно, раз, два, три. Великолепные такие гроздочки, буквально на каждой лозе завязывается. Лоза вот уже вызрела, друзья, смотрите, ну около метра, даже может и больше на сегодняшнее время, на 15 августа. Устойчивость у него к болезням тоже очень хорошая. После трех обработок, которые я делал на своем участке, он никаких признаков заболевания у него нету. Листья у него чистенькие. Он вообще один из таких сортов, который устойчивость у него очень хорошая. Вот такой у него интересный еще лист, хочу вам показать. Пятипалый такой вот, рассеченный листик на этом винограде. И, ну и, друзья, зимостойкость у него тоже не маленькая, минус 24 градуса. Но я уже говорил, что я весь свой виноград на своем участке укрываю на зиму. Укрываю. Итак, друзья, что можно еще сказать об этом сорте? Сорт «Аладдин». Очень достойная форма на моем участке. Он мне очень нравится. Ягода крупная. Грозди крупные. К болезням устойчивый. То есть практически одни плюсы.
А минусы такие, можно сказать, один минус, что мне не нравится, это то, что у него очень плотная гроздь. Грозди у него очень плотные, и получается, их нужно прореживать. Если гроздь не прорезать, то она будет как кукурузный початок, друзья. И тогда, когда ягода вырастает, вызревает, ягода одна одну давит. И получается, из нее вытекает сок, и потом начинает гниение, то есть нападает серая гниль и гниет ягода. Поэтому нужно брать ножнички в руки и немножко поработать над каждой гроздочкой, чтобы ягоды не были как кукурузный початок, повторюсь, а висели так свободненько. Еще скажу насчет ос, что осы этот виноград не трогают, потому что кожица у нее крупная. Можете обратить внимание, как у меня. Смотрите, ни одной осы нету на винограде. Вот, друзья, что... А, сейчас покажу вам ягоду, срежу. И гроздь. Срежем среднюю гроздь, взвесим ее, и я вам покажу, какой вес имеет гроздь и ягода. Вот, друзья, срезал такую вот средненькую гроздочку. Сейчас мы свесим. Сейчас мы включим весы. Вот, 537 грамм. Как я говорил, гроздочки такие по полкилограмма. И бывает и больше, бывает, что даже и до килограмма. Но это иногда. В основном все такие средние гроздочки. От 500 до 800. Так, сейчас ягодки. Вот я тут сорвал 3 ягодки. Начнем с поменьшей. 7,25. Вот, 9 грамм, даже больше. То есть ягоды очень крупные. Доволи. Ну и здесь почти 8,5. Тоже ягода довольно не мелкая. Сейчас попробую разрезать ягодку. Ну вот, друзья, я разрезал несколько ягод, которые взвешивал. Хочу вам показать, вот какая мягкая такая, не мягкая, плотная мякоть. Вот, как у огурца. Видите, очень сочный сок, вот надавливаю, сок из нее вытекает. И обратил внимание, что в одной ягодке всего лишь две косточки. Косточки, как видите, уже они же даже не коричневые, а серые стали. Это говорит о том, что уже ягода, она созрела, что уже можно кушать и срезать гроздочки. Вот, друзья, что я хотел рассказать в этом ролике. Приобретайте гибридную форму Аладдин, садите на своем участке и будете радоваться красотой вот таких гроздочки, гроздей, как у меня на моем участке с гибридной формой Аладдин. На этом все. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем хороших урожаев. Пока.